Здравствуйте, друзья. Это программа «Аргумент». Мы пишем ее для YouTube-канала «Униан». Сегодня мой гость Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации. Виталий, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Добрый. Виталий, область, город, вы сейчас переживаете очень напряженные моменты, особенно последние сутки активизировались ракетные удары. Как город, область переживают эти ракетные удары? Насколько вообще сложная ситуация? Почему бьют, если вы можете, конечно, это озвучивать? Смотрите, ситуация в чем? Дело в том, что Николаевская область обстреляна была каждый день с начала войны. Город непосредственно там из 230 дней 200 было обстрелян. То есть, если честно, мы привыкшие к этой истории. Второе, то есть бьют они по гражданским объектам, по объектам критической инфраструктуры и по объектам, которые они выдают за военные. То есть школы, садики, университеты, предприятия сельскохозяйственные, морская инфраструктура, портовая инфраструктура. Ну, в общем-то, 12 самых крупных аграрных наших предприятий были уничтожены либо повреждены. То есть они бьют все, что считают целями, чтобы нанести максимальный урон. Город переживает спокойно, то есть военные работают, ПВО работает. Ну, вот так как-то мы живем. Ну, говорят, что сейчас самая острая ситуация в городе Николаеве – это ситуация все-таки с водой, да? Много аварий на водопроводе, город перерыт, трубы не выдерживают. Как вы решаете эту ситуацию? Ситуация, скажем так, сложная, но контролируемая. Еще в апреле был перебит, подорван водопровод, который из Днепра поставлял воду чистую для Николаева. После этого период определенный не был воды. Сейчас вода запитана с другого источника. Она гораздо хуже, непригодна для питья, но пригодна для технического использования. В связи с этим, из-за того, что вода плохого качества, у нас участились в разы поломки. Поэтому город перерыт. Вот. Это частично связано в том числе с обстрелами, потому что попадают они случайно, скажем так, в дорогу попали, да, под дорогой был водопровод там 500, и нам приходится его ремонтировать. Поэтому проблема эта есть, косвенно связана с тем, что увеличилось количество обстрелов ракетами. Количество обстрелов ракетами, оно вот последние, вот сегодня, да, изменило свой сценарий, изменили свои россияне. Они выпускают по югу Украины, в частности, по Николаеву области, порциями, но с определенным интервалом. Для чего они это делают? Ну, первое, то, что сейчас они атакуют критическую инфраструктуру по всей Украине крылатыми ракетами. Логически, им не надо по нам стрелять крылатыми ракетами, они дорогие, до нас они достают ракетами С-300, которыми, в принципе, обстреливали нас там, в 90% случаев. Поэтому не могу сказать, что они начали сейчас как-то изменили тактику, они просто по-другому начали работать по всей стране. Ну, а вот это удлинение интервала воздушной тревоги, они могут работать для этого? Чтобы людей в подвалах держать как можно дольше? Либо для этого, либо щупать наше ПВО. Они меняют траектории, летают, ищут слабые места в наших системе противовоздушной, противоракетной обороны. Вот. Интервал, который они удлинили, в том числе могут для того, чтобы держать в напряжении всю Украину. И также для того, чтобы они... У них есть такой нарратив в вражке, что, мол, новости поступают в онлайн-режиме, вот практически вот сейчас. Вот вам новый взрыв, вот вам новый. То есть им хорошо зашло, когда весь день русские новости говорят о каком-то взрыве и крутят 20 раз как пластинку, что вот в 12 часов ударили, в час ударили, в 4 ударили. То есть им это выгодно для своих русских новостей, поэтому они так в том числе делают. Ну да, создают иллюзию успеха и перебивают информационным этим шумом свои реальные провалы на фронте в Украине. Это понятно. Давайте о системе ПВО поговорим. Насколько она сейчас справляется? Научились ли работать по Су-300, да, и по иранским дронам? Вот сегодня, насколько, если я правильно понимаю, по состоянию на полдень вторника в Николаевской области уже сбито 3 ракеты, да, нашими силами ПВО. Возможно, вы можете больше что-то рассказать. И вообще, как хорошо научилась справляться ПВО на юге Украины с обстрелами? Ну, уже больше, уже 5 сбито ракет. 5. Скажем, мы обсуждать систему ПВО нашу не можем. Могу сказать то, что наши воины сейчас показывают хорошее качество работы, да, и действительно показывают большой процент сбития ракет там, где это возможно. Поэтому на этом все, потому что ПВО наше работает, и в том числе они охотятся на наше ПВО. Любая информация может повредить. Поэтому
ПВО справляется. ПВО работает на максимуме, сейчас в боевом дежурстве. Хорошо, мы все на них надеемся. Иранские дроны, как много проблем они создают, и учимся ли мы эффективно с ними бороться? Это первый вопрос. Второй, почему все-таки в основном преимущественно они прилетают на юг Украины? Первое. Иранские дроны – это просто дополнительный еще инструмент для терроризма у русских. Они дешевые, не летят далеко, поэтому это проблема. Мы учимся, и они учатся. То есть, если мы учимся, мы создаем дополнительные средства, чтобы работать с ними, для того, чтобы их сбивать. А они учатся, там выключают двигатель, да, там планируют, чтобы их меньше было слышно, и включают двигатели перед ударом. То есть они тоже делают какие-то выводы. Почему юг? Потому что они облетают ПВО, те места, где знают. То есть они прокладывают маршруты на низкой высоте, где можно пролететь по руслу реки там, или по другим природным препятствиям, чтобы большое ПВО их не видело там, радарами и тяжело было засечь. То есть они тоже используют это природный ландшафт для того, чтобы пролететь к центральной Украине. А все-таки вы хоть как-то можете объяснить вот эту усиленную ракетную атаку по всей Украине, ну и по югу в частности? Есть ли вообще какой-то план у Путина и задумывал ли он что-то этим усилением? Как говорил секретарь НБО, то есть это демонстрация слабости. То есть это шаг популистки для российской аудитории, для того, чтобы показать, что российская армия что-то может. На поле боя она не может показать, она отступает везде. Наши солдаты пробиваются и добиваются успеха. Соответственно, картинку надо создать русским оккупантам, разрушая гражданскую инфраструктуру и мирные города. Собственно, это и есть, я думаю, цель. Для, ну, скорее всего, эта картинка в первую очередь и для тех, кого сейчас мобилизуют в России. Да, мобилизация хоть как-то влияет на ход этой войны? И есть ли уже вот эти чмобики на херсонском направлении? Да, уже частично есть из первой волны. То есть, как бы мы над ними не смеялись, и как, насколько они были бы небоеспособными, это все равно люди, и какой-то процент из них умеет стрелять или там что-то делать. То есть, это, в принципе, добавляет нам вызов и проблема определенная. Эти люди все равно будут с чем-то находиться на линии. Заставляют их, не заставляют, хотят или не хотят, они будут присутствовать и создавать угрозу нашим вооруженным силам. Она просто больше придется работать. Вот. Касаемо того, что они серьезную угрозу создают, не готов сказать. Скажем, это военные должны говорить и анализировать. Я только понимаю, что у них мотивации нет, у многих они хотят сдаваться, они не подготовлены, плохие, но они формируются, комплектуются и присылаются к нам. Ну, некоторые эксперты уже в шутку говорят, что главная задача этих мобилизированных, свежемобилизированных солдат – хорошо впитывать украинские пули. Больше они ни для чего российской армии не нужны. Наверное, так оно и есть. Кстати, по поводу сдачи. Как много уже сдается в плен на южном направлении? Насколько это массовое явление? Явление, ну, мы не можем говорить о цифрах. Я говорю, мы можем сказать, что проект «Хочу жить» работает хорошо, то есть обращение есть, оно отрабатывается. Какой процент сдался в плен добровольно, какой процент сдался в плен, когда наши ВСУ заходили, ну, в населенные пункты или позиции, я не готов сказать, я просто не знаю. Но то, что, как это сказать, 100% их готовы, если не будет последствий для них, остаться живыми и сдаться в плен, это так. Вот. Такого, что умру за родину, у них там не присутствует. Там единицы зашкваренные какие-то с промытой головой еще говорят, но основная масса нет. Они очень быстро после первого обстрела понимают, что не на ту войну они приехали, и вообще их обманули. Виталий, как продвигается наступление на Херсон, и как на него повлиял Крымский мост? Как продвигается наступление, комментировать не могу. Продвигается. То есть... Скажите, успешно, неуспешно? Успешно, конечно, двигаемся спокойно мы, потому что мы экономим наших солдат, да, мы боремся за каждую жизнь, то есть, чтобы не бросать в лоб. Поэтому приходится военным работать более аккуратно. Вот, то есть успешно продвигается продвижение. Крымский мост
как говорят там, военные аналитики, на данный момент усложнена логистика через Крым, что по-любому будет влиять через определенный промежуток времени. На данный момент участок времени, то есть огневой контроль там, Антоновского, моста Каховского, там, железнодорожного, он влиял на то, что по логистике есть проблемы у российских оккупантов. Да? Но сейчас пока еще Крымский мост не оказал влияния, есть определенный лаг. То есть я надеюсь, что он серьезно повлияет на планы. По крайней мере, россияне понимают, что такое возможно, что Крымский мост может до конца упасть и особо надеяться на него. Окончательно устать. Окончательно устать, да. То, что надеяться на него как стопроцентный логистический путь, не стоит. Для них освобождение Херсона. Как оно поможет Николаеву и области? Ну, как минимум, мы освободим наших людей, которые там 7 месяцев находятся в оккупации. Вторая точка – то, что это расстояние до линии фронта. Днепр очень сложно форсировать на самом деле, поэтому это хорошая будет точка. То есть русские уже готовятся защищаться за Днепром, но я знаю, что мы не собираемся останавливаться. У нас стоят задачи освободить все. У военных стоят задачи освободить все. Виталий, а что-то о настроениях оккупантов на вот херсонском направлении известно? В Луганской области они массово бегут, начинают сливать данные, коллаборанты местные начинают выходить на наши вооруженные силы, на украинскую власть, сливать данные. Что-то подобное на юге происходит сейчас? Вы знаете, принципиально все везде происходит одинаково. Часть людей бежит без оглядки, часть людей сдает данные, часть людей собираются воевать. То есть тут же разные, тут вообще, то есть как зашли в одно там сброд всех на свете, да, то есть со всех сторон и вперемешку ВДВС, ЛДНР, то есть тут не поймешь, что у них у каждого в голове. То, что заградотряды стоят у них, это да, которые не дают отступить ЛДНР, о них вообще не считают в первом окопе, там столько людей, то это факт. То есть есть те, которые кадровые военные, которые хотят воевать, там, в том числе там, чеченцы или кто там стоят. Они собираются воевать, но они не хотят воевать на передке, они хотят воевать в заградотрядах там, и в каком-то тылу для того, чтобы стрелять из артиллерии или из ракет по нашим городам. То есть по-разному ситуация. Больше всего страдает пехота, которая действительно получает много урона, да, и умирают именно пехота в первую очередь. Вот они, конечно, самые деморализованные, они понимают, что их бросили просто на мясо для того, чтобы артиллерия и ракетные войска русских могли атаковать наши там, города и позиции. Ну а вот если учитывать степень эту их деморализации, ну, общие такие настроения и готовность к бегству, есть шанс, что Херсон мы возьмем, ну, конечно, там есть мечтатели, которые говорят, что без единого выстрела, но хотя бы малой кровью? Шансы есть всегда, хочется в это верить, безусловно. Но мы не можем планировать, как будто противника не существует. Он существует с определенными силами, средствами и со своим планом. Поэтому то, что в планах у русских оставить город сейчас нет, это факт. Но то, что они готовятся сбежать, это тоже факт. Понятно. Ну, пусть бегут как можно больше. По поводу Николаева все-таки, есть ли еще, сохраняются ли хоть какие-то шансы наступления на Николаев, не приведи Господи, захвата Николаева? Вот ответьте что-то рашистам, которые об этом все еще влажно мечтают. Ну, шансы всегда есть, но, скажем так, урбанизированная застройка очень сложная для того, чтобы ее атаковать. Если город Мариуполь 2 месяца они мужественно в окружении пытались взять, то Николаев, во-первых, а больше, во-вторых, у нас было 7 месяцев для того, чтобы подготовиться, вот, и мы ведем наступательные действия. То есть я очень сомневаюсь, что сейчас актуально обсуждать нападение на Николаева. Понятно. Ну, хорошо, я вас понял. Вопрос, который просят задать многие наши подписчики по поводу работы Укрзалезницы. Она возобновила железнодорожное сообщение с вашим городом, однако нет поездов в Киев, многие другие города Украины. Когда будет более полноценно перезапуск вот этих вот рейсов, особенно в столицу? В первую очередь? Будет это, когда будет, во-первых, человекопоток и когда будет безопасна эта работа. Потому что на данный момент работают пригородные там поезда, которые электрички, да, перевозкой рабочих, да, то есть которые внутри области работают, и это удобно для того, чтобы там, вечером уезжать за город, и можно там плюс-минус безопасно переночевать.
Давайте к более общим вопросам перейдем. Да, что нам делать после победы? Каким вот вы видите, например, будущее освобождения, после освобождения Крыма, Донбасса, всех территорий, которые, в общем-то, ну, являются на сегодняшний день проблематичными в плане патриотичности, да, по отношению к Украине? Знаете, я думаю, что все будет в порядке с Крымом, с Донбассом сложнее, скорее всего, но с Крымом будет все в порядке. То есть Крым всегда был, как это, автономией, да, то есть, но при этом крымчане считали себя крымчанами, то есть многие в составе Украины. Я не готов там прогнозировать, как это будет. В любом случае, это территория Украины, вот, и люди там украинцы. Многие, конечно, за 8 лет, которые там прошли, попали под пропаганду Российской Федерации, но никакого другого способа, как пропаганду развенчивать, когда ты контролируешь территорию СМИ, то есть нет, да, то есть поэтому там придется работать с людьми, потому что многие из них там будут пророссийские настроены, наверное. Но мы же тут, вы же понимаете, что только в российском телевизоре мы тут не едим младенцев и убиваем русскоязычных. То есть мы сейчас с вами на русском общаемся, поэтому с Крымом тоже не будет проблем. Ну, будут говорить на русском, например, но они будут украинцами. Что тут такого? Хорошо, но все-таки что делать с теми жителями, например, тоже Херсонской области? Насколько жесткая должна быть политика? Ну, практика показывает, что в Херсонской области хватило и полугода для некоторых районных центров, сел, чтобы там появилось, ну, достаточно, не огромное, конечно, но достаточное количество коллаборантов и тех, кто перешел на сторону врага. Как мы с ними будем поступать? Да я не знаю, то есть это, повторюсь, не мой уровень принятия решений, то есть будет анализ определенный, будут решения, то есть как с ними поступать. Что касается там коллаборантов, ну, несложно сказать, это голодные до власти людей, которые решили, что это их социальная лестница, это люди без принципов, поэтому то, что они там идейно за Россию, нет, им все равно, то есть они предают, потому что они хотят денег и власти. Поэтому по этому принципу я бы их не судил, что они там любят Россию. Это те, которые хотят прорваться во власть, используя ситуацию по головам других людей. Поэтому основная масса людей там проукраински настроена. Ну да, но, к сожалению, есть и те, кто, знаете, как кто был никем, тот станет всем, революционные лозунги 17-го года, такие, к сожалению, тоже там проявляются. Виталий, не могу не спросить о Кадырове, зная предыдущие ваши высказывания по поводу этого деятеля. Да, вы очень кратко и жестко всегда, хлестко так высказываетесь по поводу чеченского лидера. Поэтому глупо спрашивать, что вы думаете о нем. Как вы думаете, вот все-таки кем он является на самом деле? Вот в свете последних его заявлений он и критикует и вооруженные силы Российской Федерации в паре с Пригожиным. Почему ему это разрешается? И вот все-таки кто он сейчас больше в России? Тиктокер, воин, подстилка для Путина, ну или просто, ну, там, клоун? Как ваше мнение? Знаете, вот не знаю, потому что я не слежу за его там выступлениями, не анализирую их деятельности и не знаю там по внутренним распрям, которые теоретически могут быть в России. То есть это реально происходит борьба, либо это мы так думаем. То есть я реально не анализировал эту историю. Но, как это, знаете, все, что нас не раздражает, нами не управляет. Мне все равно, что он там говорит и делает. Мне важно только наличие войск и его тут или нет. Вот, они здесь присутствуют, значит, это враг, да, то есть они там присутствуют в заградоотряде. Все, то есть я дальше, то есть не разбирался, не слежу за его там эфиром, мне абсолютно все равно, что он там говорит и кому. То есть если там войска их отсюда выведут, он молодец, если войска здесь, он редиска, то есть, ну, все остальное это детали. Пускай ходит и везет на Москву, это самое правильное решение, пускай там захватывает власть. А вы думаете, этот сценарий вообще реален в России? Ну, Россия проблемная сейчас политика. Все больше людей понимают, что это была ошибка, нападение на Украину. То есть, потому что это уже не прогнозы, это реальность, то, что это ошибка. Как будут развиваться события, зависит от многих факторов. Ну, в первую очередь от успеха или неуспеха на территории Украины, войны, то есть военной операции, это или как она там называют они ее. Но по сути своей недовольство растет, и кто-то будет лезть во власть в любом случае в России. Но все-таки многие эксперты говорят, что варианта два: или дворцовый переворот, или все-таки низы развалят Кремль. Вы верите в нормальные протесты в Российской Федерации? К счастью, я не эксперт и не могу сказать, что там будет происходить.
Вот. Задачам пока... Задачи нам поставлены, наша территория всей Украины, граница 91 года, то есть нам надо вернуть. То есть это единственная задача, которая меня сейчас беспокоит. Косвенно развал России, там, перевороты, ну, помогут быстрее реализовать эти задачи. Но в любом случае все эти действия зависят от действий на поле боя. Поэтому мы сконцентрированы все сейчас на работе для того, чтобы там это произошло. Мы же повлиять на это не можем, значит, на время на это тратить не стоит. Понятно. Ну вот всем бы украинцам вот такое отношение ко всяким психологическим операциям Кремля, как у вас, да? Вот все, что нас не касается, на это не обращать внимания. Это правильно. Просто многие у нас, к сожалению, все-таки рефлексируют и на каждое заявление Кадырова, и на каждое заявление Пригожина, уж тем более там Путин что-то ляпнет, Медведев в пьяном угаре что-то напишет, и все-таки какие-то волны вот в украинском обществе, они чувствуются. Ну, последнюю тему давайте, которую затронем. Думаете ли вы... Задача после войны у вас самое главное будет стоять какая? Это возобновление региона, правильно? Есть ли уже какие-то планы? Ну, о сроках понятно, что мы не можем говорить. Но примерное понимание, сколько денег это, во сколько денег это нам обойдется? Будем отстраивать новые дома или не будем? Кто нам будет в этом помогать? Что делается в этом направлении? Ну, давайте так. До войны работала программа «Великое будівництво» президента. Да? То есть нам удалось согласовать много интересных проектов и туристических, и инфраструктурных в Николаевской области. Мы планировали получить большое средство, которое не получала Николаевская область там, ввиду там, каких-то причин. Война это все обнулила. Вот, и я очень расстроился, поэтому я очень злой на Русню за все эти вещи. И могу вам сказать, как в прошлом строитель, девелопер, что мы это отстроим все здесь и отстроим лучше. Нам надо только победить в войне, все остальное мы просто сделаем быстро, качественно, потому что такими темпами, как мы умеем строить, ну разве что воевать, да, то есть сейчас уже мы умеем лучше. Но то, что мы отстроим, это не проблема, думаю, не стоит это обсуждать. Все, кто захочет, поможет, но мы ресурсы, которые будут у нас, мы используем максимально. Поэтому в мирное время, вот сейчас мы четко понимаем, что в мирное время у нас проблем не было. То есть это мы себе надумали проблемы. Вот дайте нам опять мирное время, мы покажем, то есть все, на что мы умеем, на что мы способны, очень быстро мы все восстановим. Виталий, возможно, что после победы и в планах вот этой реконструкции области, восстановления области, да, какие-то населенные пункты Николаевской области, но могут исчезнуть ввиду нецелесообразности их восстановления? Теоретически, но их у нас немного. Это совсем-совсем малые пункты, которые очень сильно разрушены, но я считаю, что мы сможем восстановить все. То есть область должна быть восстановлена полностью? Я часть не вижу населенных пунктов, которые сейчас на линии фронта со стороны русских. Именно в нуле, да, но думаю, что мы будем все восстанавливать. Спасибо вам за это интервью. Я знаю, что вы ограничены во времени. Нашим зрителям напомню, это была программа «Аргумент» для YouTube-канала «Униан». Мы разговаривали с Виталием Кимом, главой Николаевской областной военной администрации.